Почтят память честным боем. Завтра в городе пройдет региональный турнир по дзюдо. Посвятили его первому президенту Муромской федерации дзюдо Сергею Журову. За победу будут сражаться спортсмены со всей области. Как готовиться к соревнованиям наши дзюдоисты, наблюдала Анастасия Белова. Интересные спарринги на татами, белоснежные кимоно и пояса разных цветов, обозначающие уровень боевого мастерства. К соревнованиям юные борцы готовятся под строгим контролем опытного тренера. Александр Черняев обучает мальчишек боевому искусству более 20 лет. Перед соревнованием ребята тренируются более, как говорится, интенсивно. То есть это зависит от того, какой возраст. Ну, в основном возраст, который уже подростковый, то есть это 15 и старше дети, то есть они, соответственно, тренируются, и нагрузки у них совершенно другие, потому что уровень соревнований там идет совсем другой. Сами ребята надеются достойно выступить за честь родного Мурома. К тому же каждый турнир – это шанс улучшить результаты. Самый тяжелый был получить первый взрослый разряд. Проблема была, скорее всего, в сопернике, потому что соперник был сильный. Ну и борьба была равная, по сути. Болевые приемы, броски, удержания и захваты мальчишки из городской секции сегодня отрабатывают усиленно. Уже в эту субботу свои способности им предстоит показать на региональных соревнованиях. Мне хотелось бы пригласить всех вас 10 числа в спорткомплекс АК, где будут проходить соревнования по дзюдо, посвященные памяти первого президента федерации города Мурома Сергея Геннадьевича Журова. Не только муромские, но и спортсмены со всей области сразятся в память о Сергее Журове. Он внес огромный вклад в развитие городского дзюдо. Под его руководством Федерации Мурома удалось провести в округе первенство Центрального федерального округа. Обратились к нему, чтобы он поддержал ребят. Он согласился, как бы, и являлся основным спонсором этих соревнований. Татами приобрели, то есть тоже как усилиями. Все-таки президент постоянно напоминал мэру о том, что заниматься не на чем. Захватывающие схватки начнутся в субботу в 11 часов. Победителей и призеров турнира ожидают не только награды. Лучших дзюдоистов отберут на первенство Центрального федерального округа, где они будут отстаивать честь Владимирской области. Анастасия Белова, Александр Барсуков. Новости Муром.